Я там сегодня чуть под пиздорез не попал из-за того, что, блядь, я не все задачи доделал, блядь. Я же тебе говорил, блядь, вчера. Чуть не попал. Не попал же, блядь. Так, а что тебе сказали? Короче, сижу нахуй, блядь. Работаю, блядь, ну, основные. Ну, чтобы не палиться нахуй, потому что нихуя не делаю, блядь. Пишет тёлка, блядь. Типа, добрый день там, блядь. Евгений Сергеевич, гляньте вот эту задачу, блядь. Он написано, типа, выполнено, нахуй, блядь. А что-то, типа, ну, нихуя. По сути, это нихуя не выполнено. Да, ну, нет, там, ну, просто там специалист написал, я такой, ага, это та самая задача, блядь. Говорю, ща гляну, блядь. Все выполнен, говорю, исправлено. Пишет потом тёлка там, ну, уже такая, ну, посерьезнее, блядь. Евгений Сергеевич, тут у меня вопрос по кодировке, нахуй, блядь. Как с вами связался? Я думаю, все, нахуй. Пизда мне, блядь. Я говорю, ну вот, позвоните, блядь. Ну, по городскому телефону, блядь. Хуя не звонит, не звонит, нахуй, блядь. Он пишет, гляньте вот эту задачу, а я смотрю по номеру задачи, ну, она там старая, блядь. Вот там я, походу, случайно как-то закрыл, блядь. Ага. Не знаю, ага. Не выполнил. Ошибочно. Случайно закрыл? Нет. Помнишь, как это, в анекдоте? Как пацан к доске вышел, говорит, мама, я, говорит, хотел написать ябеда. Хорошо, говорит, а получилось что? А ну, получилось пиздобол. Ну, говорит, какие-то буквы там перепутал, и получилось долбоёб. Долбоёб или пиздобол, блин, да? Долбоёб. Ладно, мне сразу слили нахуй, блядь. Не, я там реально, я там в будний день это делал. Захожу, блядь, смотрю, реально, блядь. Ну, как это... Бывает там такое, то, что, блядь, случайно тыкнешь не на ту, нахуй, блядь, и все, закрыл, блядь. Думаю, все, ладно, блядь. То я думал, мне уже, ну, по этой хуйне, блядь, пизд... Захожу, блядь, смотрю, реально, блядь. Ну, как это... Так... Бывает. Бро, такое, уходи, что, блядь, я случайно. Все, закрыл, блядь. Алло. Да-да-да, погоди, я этот... Угу. Настраиваю свой стрим, бро, у тебя теперь будет конкурентно. Охуел, что ли? Ты вообще, мой, блядь, менеджер, нахуй, ну, ты охуел, блядь? Мешает мне тоже развиваться, блядь. Так нам надо один канал, блядь, развивать, блядь. Чтобы, блядь, больше денег, нахуй, блядь, получать. Ты слышишь, я твоих денег точно не увижу, блядь. Ни в какое ближайшее время. Чё, ты там камеру купил? Не, надо будет её купить. Да чё, он, блядь, заказал, нахуй, она придёт у меня завтра. Ссылку давай, нахуй. Слушай, конкурент, нам надо, блядь, в разное время тогда сейчас, блядь, стримить. Когда нет тебя, блядь, я буду, когда... Нет меня, ты не будешь, нахуй. Да я пока смотрю, вообще разбираюсь, что тут еще есть. Ты видишь, мне как легко, у меня раз, на втором мониторе все висит. Мне Леха что-то так, блядь, что-то не привозит, я ему завтра напишу, скажу, где, сука, мой монитор, ты мне обещал, блядь. И системник какой-то там, блядь, беспонтовый. Но рабочий. Слышь, ты... Умеешь пользоваться этими нейросетями, нахуй? Блядь, Жень, чё там им пользоваться? Возьми просто этот. Не, ну просто... Загугли, блядь, всё, и всё там будет. Я в таком возрасте, мне уже здесь, блядь. Короче, да я раньше там сидел, блядь,
через NR-Express там, блядь, делал всякие, блядь, эффекты на клипах, нахуй, блядь. Прикольно было. Рано. Сейчас столько вообще всякой хуйни есть разной. Тебе да. Не надо вообще ничего делать. Просто загуглил, говорю, у тебя все будет. Как пользоваться нейросетями? Я тебе уверяю, там просто надо две кнопки нажать, и нейросети себя сделают все. Ты только скажи, что надо. Мамаша, давай отъебать. Я уверен, такое они могут и умеют. О, окей. Ебем мать Литовальцева. Пойти долбою. Ладно, пойду себе кофе Слышишь? Чё? Ты тут? Конечно. Раз пошла такая пьянка, блядь, нам надо, блядь, замутить хуйню какую-то. Коллаборация. На убоя, нахуй, блядь. Да, типа, один канал, вот, ну, у него там база называется, вот у него там этот... Лёша, как вот он, типа, серьезный парень, серьезный человек, блядь, что-то такое, блядь. Этот, блядь... Обрисованный хуй там, блядь. Ну-ка, бро, на, типа... вот ссылка, зайди, напиши мне что-нибудь в чат, я хочу посмотреть, как модерация работает. Типа, канал База там у них называется. Халло, блядь. Халло. Какой там... Доверять ссылку в YouTube? Не доверять. Ждите, давай по мне идее, тут. По идее, тут... Я тоже делаю модератором. Да сделай, я подожди, я пытаюсь вообще разобраться в всей этой херью. Ну, зайди просто, говорю, напиши чем в чат. У меня просто закрыт полностью YouTube, у меня открыт сейчас только OBS. Войдите, чтобы... А, блять, подожди, это мне надо через зайти, через Firefox. Че? Копировать ссылку. Написал. Dismiss.
Я же уже сотый раз захожу, алло. Блять, мой канал еще, блядь, не раскрутится, ты уже освоить берешься. Нехорошо так делать, блядь. Угу. Давай, он там написал, блядь, тебе. Да я видел, сейчас, подожди, я пытаюсь понять, как. Или придется на YouTube постоянно быть. Это что такое у тебя, блядь? 10-й Infantry Division Mountain Climb to Glory. Да, это моя часть, которая служила. Это ты откуда взял, блядь? С интернета. Сам нарисовал, а интернет нахуй. Че, мне придется тебе донатить, да, блядь? Да. Только в баксах. Ага, в хуяксах нахуй, блядь. Да, это моя часть, которая служила. Ты... Чего у тебя допа дома, блядь? Ты поставь русскую версию доты теперь, блядь. Зачем мне русская версия доты, она у меня английская. Потому что у тебя, блядь, русская же аудитория будет, блядь. Какая разница, у меня будет аудитория, у меня, блядь. И та есть. Что-то подтупливает. Я просто сворачиваюсь постоянно. Нет, стрим сам по себе какой-то 30 кадров как будто, блять. Ну-ка, вот сейчас. Даже не 30, наверное, 20 нахуй, блять. Пока что не меняется ничего. А, погоди. Не, 30 кадров. А, вот сейчас нормально пошло. Не, я просто сворачиваюсь, вот. Выставилось, знаешь сколько? У меня выставилось все поэтому по максималке. Ну, я поставил в OBS, который он говорит, рекомендуемые настройки. У меня стоит. Нет, вот сейчас заебись. 60 кадров стоит. Сейчас уже 60. Ну я понял, я говорю. До этого было. Я когда сворачиваюсь, там да, будет 20, может, кадров, как это свернуто, типа. Вот эту хуйню. Вот сейчас смотри, вот сейчас будет через 5 секунд начнется вот это. Видишь, пошли вот эти кадры опять. Нет, пока что я джеки вижу только, блядь. Нет, ну, сброс кадров пошел? Нет. Ты задержку поставь 5, в убысе, минимал. 5 секунд задержки. Вот сейчас пошло. Ну, вот видишь? Это не 5 секунд, слышь, блядь, больше. А сколько? Вот ты сейчас что у меня на стриме видишь? Секунд 10. Джекира, блядь. Вот дота пошла. The Radiant. Где вот у меня сейчас Джекира находится? Сейчас Джекира... Сейчас Рошан, короче, выходит. Ясно, задержка, да, больше таки уже под Т2. Да. Чё у тебя за один лайк? Сам себе поставил? Конечно. Это же некрасиво, блядь. Сама лайк, значит, блядь, сам себе соснул, блядь. Смотри, как смотрит. Так, ладно, думаю, танки нахуй. Горят нахуй. Прям, блядь, от стрима отключился. Да, и кофе там, блин, творилось.
First blood. First blood. It was ours all along. Double trouble. Как говорил Людмила Михайловна, блядь, про кофе, блядь, цитировала там какую-то... словарь там, ну что такое. Правильно говорить черный кофе. Тот, кто говорит черное кофе, тот не делает ошибки. Вот у меня кофе. Хуй знает. Черный или черное? Темного цвета. Короче, кофе. Да. Без молока. Да Лехи отружен. Обязательно сказать, блять, где мой монитор, ты мне обещал, блядь. Бля, куда мне девать? Предложи пацану хотя бы пивас за монитор. Он тебе просто так монитор. Он тебе просто так я ему быстрее привезет еще. Просто так, блядь, ей ему тут, блядь, фанеру поднимал на четвертый этаж, потом двери, блядь, выносил межкомнатные с четвертого этажа, блядь. Я считаю, это равноценный обмен. О, блядь. Студзянки. Блядь, я эту карту чисто из Амазона, блядь. Не, у него, что может, делов дохуя, и чё, просто напомнить, типа, Лёха, монитор. А так вообще надо, да, это, слышишь, замутить, блядь, типа, коллаборацию, не коллаборацию, ну, как у сноубоя, там, типа, канал База, блядь, а типа на базе там, блядь, вот он, этот там серьезный человек, или как его, блядь, не помню. Лёха зовут, блядь. Куда ты, блядь, поехал, блядь? Ещё один, блядь, заебали, блядь. Быстрые питеры, блядь. Даже не я, блядь, заделал, ёпта. Ясно. Да, взянки за арты, нахуй, блядь, карта, блядь. Атас, нахуй, просто. Везде всякие перекрытия, блядь, мосты, крыши, блядь.
Я так арту эту, блядь, не докачаю нахуй никогда, блядь. Такими темпами, блядь. Два этих купил, блядь, Fairy Fire. Что за бомжара, блядь? Я их вообще не покупаю, и чё? И чё, блядь, пиздец? Тут ехать некуда, блядь. Пиздец. Реально карта говно, нахуй, блядь. Top tower is under attack. Че сейчас за камеру сказал? Кодись. Не знаю, сорок. Так ты говоришь, заказал, завтра приедет, блядь. Закажу, говорю, завтра приедет, блядь. На Амазоне заказал. Я думал, уже заказал какой-то. Короче, говорю, общий канал нам нужен. Нет, ну, блядь. Стримы-то отдельно, конечно, будут, а типа общий канал, блядь. Не канал, а как, блядь, типа... Будут жесткие дела эти, блядь. Как они называются? Выходные стримы. Алка-стрим. Да. Тот, кто хочет, будет глядеть меня. Тот, кто нет, будет золото глядеть. Они мини-детектив. Куда я поехал, блядь? Боёб, блядь. Да, тигр нахуй, блядь, это пиздец, блядь. Скорость нахуй. Дабл килл! This pleases me to know your heart and gold. The skies are ours. Gold, Firebrand. Ебать, блядь, дайте, блядь, не дать даже убить нахуй. Как говорит бро, раскликаешь, я ним станом еще не попал, блядь. Your bottom tower is on fire. Раскликочная. By thrust of wings.
Вот тут нормально уже. 1000, блядь, нахуячил. 1300. На арте? Нет, на тигре. Просто сейчас уничтожаем типов. Ебать, я на дом заехал, сука. Все, победа, нахуй. 15-5, золото. 1389 урона. Молодец. Надо бы сказать, мало, хуя. А, мало. Ну так, там, где ты постоянно по 1000 выдаешь, ну, ой, по 1000, я говорю, по нулю. Есть... По 200, блядь. Да. Знак классности 3 степени. Неплохо, неплохо. Так, два бонуса еще надо применить. И можно вырубать. Bottom tower is burning. Firebrand. Десяткам, блядь, попал. Ебаный в рот. Сейчас сосем, блядь. Почему малиновка, когда я, сука, на тигре, блядь, когда, блядь, сука, на арте, блядь, Сталинград всякий, блядь. А, блядь. Ну, арта на малиновке, это, блядь, вообще, блядь, малина, блядь. Middle tower is under attack. Где-то у нас, блядь. Your middle tower is on fire. Dominating. This is your master. Вот кто-то мне пишет, нахуй, блядь. Помоги, не помоги, нахуй. Куда ехать, блядь, хоть пойми, блядь. Ой, ебать, нихуя себе, блядь. Gold.
after you. Freeze and burn. The freezing flame. With twinned litter. Ice advances. Надо было на минус, конечно, мне ехать, блядь. Mega kill. Scar, embrace us. Your bottom tower is under attack. The scalding cold. Bottom tower's gone down in flames. Forward. Yes. Oh, you found me. We go. Yes. Your middle tower is under attack. No two ways about it. Ready. No two ways about it. Kill. Forward. Radiant structures are fortified. Yes. Your middle tower is burnt. Your middle tower is toast. The enemy's top tower's gone down in flames. Ice and fire. Ice advances. Firebrand. Ready. Your top tower is on fire. Onward. Your top tower is burning. We fly. Whoa, what I missed.
Козм, наугад ебаш. Ну, пизда нам, охуя. Хотя, может, нет. Нихуя там, блядь. Грид 15, ебать, там пушка, нахуй, блядь. Ну, грыля, да, там такой, это валун такой, блядь. Пиздец. Сам по себе маленький такой хуй, блядь, а пушка, я ебу, блядь. Колотушка, блядь. Ну, один остался, не знаю. Один не вывезет. Да Колобанова никто не отменял, блядь. Нет, все, пизда. Слышал, блокированный урон в опыт-то хоть идет, блядь? Да, если на тяже, по-моему. Или да. Вообще у любого заебись. Идет, я не знаю точно. Но идет. Ладно, одно применение осталось. Только золото арту или тигра? Выбирай, просто выбери здесь. А тигра качай, девятка нормально возьмешь. Мне арту нужно дохуя еще. Очень дохуя. Очень дохуя. Жемчужная река. Нихуя я, блядь. Второй, нахуй. По топу. Это печально. Embrace us.
Питер не поехал со мной, блядь. Нахуй. Пошел нахуй, комментатор ебучий, блядь. Но нормально так потанковал. Кожаный мешок. Да. Этот тип любит трупить. Да, блядь, тюлки не было, блядь. Хотел тюлку поставить. Опять. Да, что вообще мне как-то чтобы... Ага. Ооо. Еще. Пизда ты же, блядь. Стонет, нахуй, не стонет. Так её как будто ебут. В этом и суть. Сто 112, ты чё? Британец или американец, блядь? 112, китайцы вообще. А, китаец. Такой по виду, блядь. Невысокий, блядь. Круглый, блядь, заебись. Оп, нормально, засадил, нахуй, блядь. В зад, нахуй, блядь. Ну, не я. Я уже подох. А, нет, не в задницу, в ебло, блядь. Сушки ебанул, блядь, на 350. Неплохо. Вы охуели? Нашу базу захватывают. Мы ведем по счету, блядь. Чё, суки, блядь? Бегом на базу, блядь. Блять, вы чё, угораете нахуй, или чё? 15 секунд, блять. Пиздец, блять. Если мы сейчас проебём, блять, захватом базы. Всё, мы проебали. Сейчас 13-9, у них два танка осталось, блядь, они нам базу захватили. Блач. Иди, блядь, в пизду, блядь, с ним бывает, блядь. Я тут стрелял нормально, блядь, урона, потанковал, все, думаю, бенди, нахуй. По счету ведем. Захват базы, блядь. Эти ебланы нахуй. И, блядь, не хочу даже говорить.
Ты, кстати, мне помочь зачем же торчишь? Если мне память не изменяет. Будет. Будет, все. Мне как бы просить неудобно, но, блядь. Челлендж есть челлендж. Radiant structures are fortified. The enemy's middle tower burned to the ground. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack. Your top tower is toast. Восьмерками заебись. На арте шестерки, блять. Dire structures are fortified. Radiant structures are fortified. Какой залив, нахуй? А, ну залив вроде более-менее для арты, блядь. Your top tower is under attack. А, не без за скалой. И не мини-тегте. Непонятно, тройка вообще. By thrust of wing. With twinned nature. The scalding cold. Чуть-чуть, блядь, не достаю, блядь.
Блин, горы, хуёры везде, блядь. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is on fire. А мы, блядь, выиграем, я, сука, нихуя, блядь, настреливаю, блядь. Когда я настреливаю, сука. Пробуем, блядь. Что за говно, блядь? Когда я не настреливаю урона нихуя, наша команда выигрывает. Когда я, блядь, настреливаю, блядь, хочу получить опыт нормально, блядь. Наша команда, блядь, сосёт хуи, блядь. Это такой закон. Хуёв закон, блядь. Да. Ну вот, мне надо на Крусейдера, нахуй. 65, короче, тысяч. У меня сейчас, блядь, 31 только. Ну, если еще, блядь, свободку, блядь, 36. Что-то хуя, блядь. Это на арту только. На этого хуя, блядь, вообще. 22 тысячи опыта надо, блядь, 154, блядь. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Someone looks like death warmed over. Your bottom tower is burning. Dire structures are fortified. Your bottom tower is on fire. Your bottom tower burned to the ground. Your bottom barracks have fallen. Put to the torch. Freeze and burn!
trouble. Roshan has fallen to the Radiant. Immortality. Double kill. Unstoppable. Killing spree. Пизду, блять. Yes. Your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. So you got a little changed. So what? Что-то мне пришло. Dire structures are fortified. Your middle tower burned to the ground. Your middle barracks have fallen. So that were mine. Your middle barracks under the earth. Under attack. Your middle tower's gone down in очередняра нахуй в доте. Your middle tower burned to the ground. Your ancients is under attack. Radiant victory. Очередняра. Хули пикать, блядь, террорблейды, блядь, в четверке, которые нихуя не могут, блядь. Пятерки, блядь. Я, говорит, увидел там пацаны, ебать, на 10 тысяч играют, блядь. Я тоже, говорит, так могу. Но что-то не получается. Mm-hmm. 11 тысяч дэмэджа, блядь, на Террор Блейд, блядь. Маловато, нахуй, блядь. У меня на пятерке больше бывает. Ладно, бро, пойду я, блядь, спать нахуй.